Эта встреча – своего рода продолжение нескольких рабочих совещаний, которые Артем Сдунов ранее проводил с министром юстиции России Константином Чуйченко. Тогда в обсуждениях и в Саранске, и в Москве на повестке дня стоял вопрос развития инфраструктуры, а именно создание в Мордовии государственного бюро по оказанию бесплатной юридической помощи. Подобные региональные центры сейчас уже создаются в Кемеровской области в Татарстане. Наша республика также выразила инициативу открытия квартала юстиции. И вот работа продолжается. Регион принимает представителей ведомства, которые приехали оценить уже сделанные шаги, посмотреть на участок, заложенный под будущее бюро. Сам участок очень хороший, и участок нам понравился. Попросили коллег, если будет возможность, насколько это возможно, увеличить бы этот участок 5 соток, 10 соток, потому что очень много и подсобных территорий, нужен плац, тир для сотрудников Федеральной службы судебных приставов. В целом же работа региона получила положительную оценку. Мы благодарны руководителю республики за то, что он этой теме придал вот такое значение. Действительно, правовая помощь, особенно бесплатная, населению нужна. Замминистра юстиции России выразил уверенность, проект обязательно будет реализован в Мордовии. Руководитель республики, в свою очередь, подчеркнул, это хороший комплексный проект, который поможет решить многие проблемы. В том числе по размещению сотрудников Минюста. Сейчас в этом вопросе не все гладко. У нас управление Минюста Российской Федерации, приставы, не располагаются в помещениях, которые в два раза меньше того, что сейчас надо, в принципе, по нормативам. Ну, кроме того, вы знаете, у нас приставы находятся вообще в детских садиках. При этом уже многие регионы планируют создание новых территорий, новых зданий. Мы здесь хотим быть в авангарде событий, чтобы было удобно, прежде всего, людям. Но вместе с тем, главная миссия квартала юстиции – создать площадку для оказания бесплатной юридической помощи. Открытие бюро позволит жителям республики получать ее оперативно и качественно. Кроме того, будут филиалы в районах. Тоже очень важно, чтобы любой человек мог прийти и узнать, как вот исполнить то или иное действие, каким образом защитить свои права, получить бесплатно юридическую помощь. Ну и, конечно, очень важно, там и лабораторная служба будет, судебная экспертиза. Все это вместе, компактно, четко, находясь в центре города, я думаю, это очень правильно. Ну и смотрим, как делают другие регионы, вот назван Татарстан, Кемеровская область, обязательно посмотрим, сделаем лучше. Юлия Мамаева, Евгений Фролкин, Народные новости.